ездила раньше к ним на обучение. Ну вот это все. Там наших никого сейчас не будет, наши уже все прошли. Это вот. Хорош! Сняли на видео, да? Ни хрена себе! Аэропорт работает в обычном режиме. Единственным исключением стал рейс авиакомпании Air Baltic из Риги. Между тем, в учебных заведениях города отменены уроки в первую и вторую смену. Детские сады продолжают работать в обычном режиме. Добавим, пик непогоды не пройден. Усиление ветра до 25-30 метров в секунду ожидается в обед. Стихия стихнет сегодня к 16-17 часам. О, смотри, смотри. Видишь, что творится? Занесло вот эту машину в автобус. Надо Мисе позвонить, чтобы аккуратнее.